Здрасте. Здрасте, Александр. Угу. Так. А, ты уже подразобрал, да? Потом только надо это сейчас панель поставить. Так, получается, крутит, да? Он. А, орёт она, да? Не орёт. Ну, сейчас акум уже подсел. Ну, она, короче, моргает, сейчас я сюда кину. А, акум. У меня есть это. Но она крутит вообще. Да, у меня крутит. Сейчас я бустер возьму. Сейчас. Все. Так. Что за... Я капот закрыл, блядь, и все, и началось. Ага. Да. Да, щелкает. Вот у нас блок. Ты что за провод оголённый, ёпт. Что мы смотрим, что мы видим? Вот у нас блокировка. Видим блокировка. Вот, даже опаяно, молодцы, хорошо. Хорошо сделали. Так, пока здесь. Пока перемкнем, это потом откину. Так, ладно, пусть лежит. Зажигание. Точка, наверное, на стартер. Сам блок уже, он просто обычно 4 года, 5, нормально работает, потом начинается. Танцы с бубнами, так сказать. Пол строя уже, все. Сам блок уже за это, заглючил. Здесь, да? А, нет. Он просто лежал, получается, да? Вот он зеленый, наверное, нет? Получается, что да. Так, дай ключ. Сейчас посмотрим. Ага. Сейчас целая связка. Так, где тут? Вот она. Жужжал аппарат. А что ты сделал? Подожди, что ты сделал?
Сейчас расскажу. Что я вырезал? Я ее вообще отключил. У тебя блок заглючил. Ну да. Сам блок. Я понял, вот. Сам блок слышал, сигнализация работала. Ну, угу. То есть там, там плата стоит. Хрено знает, что с ним. Ну, это часто в старых таких. Угу. Вот. Эту я тебе сейчас подарю. Может там. Хозяину там. У меня, короче, просто вот еще один лансер 9 есть. Ага. Там пиздец вообще. Я не знаю, что там происходило в нем. Угу. Там вот, короче, вот эту торпеду смешаешь, и там вот так просто клоки, блядь, проводов. Вот так ты все на скрутках, хуй пойми каких. Все понятно. Здесь бензонасос, блокировку убрал. Вот это сейчас заизолирую, какая-то точка подключения. И вот эти сопли. И вот этот провод тоже, он, вот он оборванный. Сейчас я его подключу, и все будет класс, человек. Что-то 2-3 дня вообще плохо. Открути-ка. А, плохо крутился, надо. Да. Я понял, да, не успели, короче, скинуть. Так, сейчас. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что там с ним. Короче, прикурили и замкнули, да. Получается, я понял. Здесь еще подключена была, а вот с этой машины. Так, посмотрите, там включится зажигание. Включилось, не включилось. Сейчас. Стартер вообще не работает, да? Пробуйте. Пусть поработает. Сначала обмотки сделали и поставили обратно. А, так вы жук поставили, да. Перемычку? Да. На обоих. Ну да. Ну, обмотку желательно лучше поменять их, потому что, не дай бог, потом сгореть может. Лучше. До этого, до отрады. Угу. Машину оставил, поднялся, кстати, спустился, она вообще ничего. Ну, я думаю, сейчас аккумулятор еще проверим. Слабая зарядка. Там топливо там... малый. А, ну да, да, да. Ну, главное, чтобы эта хуйня поднялась и все делать. Ну все нормально. Короче, зарядку сейчас я тебе проверю. На СТО ехать, чтобы снимали, чтобы перебрали тебе генератор починили. И будет тогда все класс. Запомнил? Наоборот, не все. Генератор перебирай и будешь кататься. Так надо. Я слабый. Думал, он из-за этого. У меня аккумулятор слабый. Одному знакомому позвонил, он говорит, заведи машину и снимай клемму, если у тебя... Нельзя снимать, так блок можешь спалить. Снимай клемму, если у тебя генератор плохо работает, машина глушится. Я снял. Ну, блин, не рекомендую. Здесь электроника. Аккумулятор это как стабилизирует он электронику, потому что генератор дает же заряд на аккумулятор. А если ты снимешь на генераторе,
чисто на одном генераторе, можешь спалить и блоки, что хочешь. Я тебе не рекомендую так больше не делать.